Собаки обычно не присутствуют в церкви во время службы. Но когда узнаешь историю этого пса, сердце наполняется сочувствием и теплотой. В небольшой деревне около городка Бриндизи в Италии немецкая овчарка по имени Томми приходит на мессу почти каждый день и сидит терпеливо у алтаря во время всей службы. Все, кто ходит в церковь, знают его и уже привыкли видеть Томми во время службы. Непростая история произошла с этим любящим и верным псом. Томми был еще совсем щенком, когда его забрали от матери, и ему пришлось жить на улицах Бриндизи. Но спустя какое-то время его подобрала пенсионерка Мария Маргарита Лочи и приютила щенка у себя дома. Томми был в ужасном состоянии, и женщина приложила все возможные усилия, чтобы щенок снова почувствовал себя хорошо. Так, благодаря ей, Томми стал большим, красивым и веселым псом. Каждое воскресенье он сопровождал женщину в церковь и сидел у ее ног. Между ними сложились такие отношения, которые бывают только при истинной любви, верности и дружбе. Все было хорошо, но, к сожалению, произошло неожиданное. Госпожа Лучи умерла. Церковь была последним местом, где пес видел свою хозяйку, потому что он присутствовал на ее отпевании. И после этого собака приходила в церковь каждый день. Он появлялся сразу после того, как звенел звонок на утреннюю мессу, и покидал церковь после того, как служба была закончена. Со дня смерти его хозяйки все жители деревни взяли Томми на содержание. Его кормят и хорошо заботятся о нем. Они знают, что это именно то, чего бы хотела госпожа Лочи. Сейчас Томми является другом всей общины, и люди восхищаются им. Эта история, наверное, с самого начала может навеять грустные мысли. Но потом понимаешь, насколько уникальна и впечатляющая верность этой собаки своей любимой хозяйке. На этом все. Обязательно ставьте лайки и делитесь видео, если Томми тронул ваше сердце.